Добрый день. Сегодня опять у нас распаковка. Тоже связано с фото-видеотехникой. В частности, в прошлый раз мы рассматривали сумку для фотоаппарата, в которую можно поместить одиночный фотоаппарат небольшого размера, в данном случае Olympus, ну, либо вот Nikon Z30, который у вас сейчас представлен слева. Ну, а сумка изначальная, в которой находился Olympus, находится у вас справа. Это Case Logic. В данном случае сумка отличается от предыдущей тем, что она достаточно большая, в которой может поместиться Olympus, но это не для него предназначено, а скорее всего предназначено для Nikon, чтобы взять с собой помимо камеры с объективом, который сейчас у вас находится, еще и дополнительный объектив. Ну или другие варианты вспомогательные. Давайте смотреть, что пришло. А пришло это благодаря Казань Экспресс. Пришло достаточно быстро, в течение 2-3 недель, даже по-моему меньше 2 где-то недель. Вот пришло в таком состоянии. И давайте смотреть, что у нас находится внутри. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. А внутри у нас находится следующее. Вот такая вот у нас упаковка была, ну, помимо серого пакета, обычно черного, там, не помню какого. Пришла такая сумка. Здесь уже их бренд, называется Fosota. Ну, достаточно хорошо делают, близко к Case Logic и Li Pro, как мы видим. Ну, есть грехи, но все же. Есть у нас здесь вот внутри отсек. Здесь у нас есть маленькие кармашки под карты, либо под аккумуляторы. Что хорошо, здесь есть отсек для размещения вещей на скорую руку, там, например, крышку от фотоаппарата. Здесь есть варианты, как на кейсе. И здесь, что хорошо, есть двойная застежка. И открывается вот у нас в таком виде. Внутри у нас находится дождевик, так называемый. Единственный минус, он будет занимать место, если носить постоянно с сумкой. Дальше у нас есть ремень. Вот такой, причем даже с наплечником есть. Что хорошо. Значит, не будет оттягивать плечи. Только разместили его немножко не в том месте. Товарищи китайцы. Все отлично цепляется. И внутри еще есть вот у нас разделитель, так называемый. И чтобы уплотнить низ. Для того, чтобы все у вас было надежно. Так, и... есть соответствующие липучки, за которые можно закрепить и тем самым разместить ваши камеры. Так, не лазит. В таком виде влез. Ну и чтобы не доставать объектив, давайте воспользуемся камерой. Ну и вот даже можно поместить две камеры, взять с собой. Вот в таком виде. Ну и как видим, сумочка, она чуть больше Case Logic, больше предыдущей. Давайте померяем дождевик. Когда плотненько, вот таким образом залазит.
объяснить до конца. В отличие от предыдущих, здесь уже нету варианта с лястиком для закрепления на ремне. Здесь только либо в руках носить, либо на плече данную сумку. Вот в таком виде можно применять и использовать. Вариант сумки для размещения двух фотоаппаратов. Где-то пока спрячем. Ну и второй. Итак, я вам продемонстрировал сумку для фототехники, для фотоаппарата и одного объектива, чтобы брать вместе на фото-видеосъемку и не знать вариантов проблем. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.